Всем привет! Ура! Мы наконец-то прилетели в Нью-Йорк. Нет, точнее, мы наконец-то заселились в отель. Наконец-то вышли из него. Да, и сейчас мы немного погуляем, хотя уже поздно. Уже в общем, и сейчас будет маленькая предыстория, как мы добирались до отеля. В общем, раз, два, три. В общем, сели не туда и приехали в какой-то район. Это такие миленькие домики. Тут вообще все миленько, только Вова не миленький, потому что он очень злой, а мне весело. Я бы хотела погулять по этим улочкам с этими прекрасными домиками, как в сериалах. Вот это идеально! Вы только посмотрите на эти умиротворенные улочки с этими домиками. Так уютно. Оказывается, можно было очень быстро доехать до нашего отеля, но если бы мы не заблудились. Вот мы приехали в номер, номер очень маленький, вот дверь, тут сразу кровать идет, и вот там ванна. И да, кстати, мы пришли в Центральный парк, сейчас вот схавали по булочке, я съел хот-дог, стоит $3.75. Вкусно, но дорого. Мы ведем свой репортаж с места событий в Нью-Йорке, Тайм-сквер. Вот там кучу митингующих, да, скорее всего, вероятно, против Трампа. Вот идут люди с плакатами, митингуют. Вообще, вероятно, это даже не из-за Трампа, просто люди митингуют. Но мы хотим думать, что все-таки мы правы. Перекрыли дорогу, согласовали все, то есть весьма цивилизованно. Вообще да? Весело. Картавый гномик. Магазин Forever 21 огромный. В Москве он очень маленький. Даш, ну что ж ты не бреешься? Ты слышишь эту музыку? Я думаю, тебя не слышно. Музыка из «Один дома». Сегодня мы решили поесть в Panda Express. На самом деле очень бюджетный вариант. Тут съедобная еда. Хотя бы, да, не бургеры, всякие. Да, и еще плюс ко всему, мало того, что это как бы дешевле, то тут еще и чай не так агрессивно требуют. Ну да, как в остальных ресторанах. Там уже включено. А еще здесь есть печеньки с этими предсказаниями, да. Так что приятненького аппетитонька. Мы сейчас все-таки, наверное, спать. Еще поднимусь на руфтоп, посмотрю вид, какой сейчас. И все. Всем привет! Сегодня новый день, и у нас большие планы. Мы планируем сегодня залезть на Top of the Rock, посмотреть вид сверху, потом пройтись по местам сплетницы. Мы хотим закончить наш день завершающей прогулкой по парку, но его длина 4 километра и ширину 800 метров, так что это будет та еще прогулочка. Вид весьма впечатляет, конечно, но больше всего меня бесит вот это. Первое, куда мы идем сегодня, это Top of the Rock. Там отличный вид. Top of the Rock это неплохая альтернатива Empire State Building, потому что в несколько дешевле, чем Empire, а вид примерно тот же самый. Купили мы билет, нужно целый час ждать. Да, это билет Вова показывает. Билет стоит $34 на одного, на взрослого человека. Также можно через сайт заказать специальный ваучер, вы сэкономите 40% от стоимости билета. Так что рекомендую воспользоваться через интернет, но отстоять придется неплохую очередь, но в принципе она достаточно быстро длится. Так что... И сейчас вышли из здания, и мы находимся возле главной елки Нью-Йорка. К сожалению, ее сейчас не видно, она в процессе построения. Также второй по главности, скажем так, каток Нью-Йорка. Главный находится в Центральном парке. Арендовать коньки можно за $60. Также, если вы со своими коньками приходите, можно за $25 просто выйти на лед и полтора часа кататься. Наконец-то мы залезли на Top of the Rock. Сначала ждали час в очереди. Ну, в принципе, не так уж долго. Ну, блин, классно. Мы пришли на самую вышку Top of the Rock. Это Рокфеллер центр, головное здание, один из самых больших офисных центров в Нью-Йорке. Был основан около 80 лет назад. Представляете, больше 80 лет назад уже такие огромные здания строили. То есть Москва до сих пор до этого не дошла. И вот уже весь город и всем этим зданиям уже примерно одинакового возраста. Американская хавка, какой-то бургер острый. Очень острый. И я заказал чай, но я не уточнил, что он должен быть горячий. Они всегда добавляют лед. В общем, это собор Святого Патрика. Очень красиво. Еще очень часто вы можете видеть в различных фильмах это здание. Также в крайний пример могу привести фильм «Охотник на ведьм» с Вином Дизелем, который летом вышел. Также некоторые действия происходили в этом соборе. Те, кто смотрел «Сплетницу», узнают этот отель. В очередной раз я веду Вову сюда. Но мне, правда, мне так приятно ходить по местам сплетниц. Решили заглянуть, раз уж нам по пути. Это музей вроде. Неважно, место из «Сплетницы», ступеньки Блэр, где она сидела со своей свитой. И, конечно же, мы снова не могли не зайти в Центральный вокзал, потому что, во-первых, он рядом, а во-вторых, это тоже одно из мест сплетницы. Да-да, это снова Центральный вокзал, как и в прошлом моем видео. В первой серии «Сплетницы» здесь вот сирена стояла. Так что также этот вокзал известен по многим другим фильмам, короче. И тут нафига народу, как всегда, добежало. Тут в «Сексе по дружбе» была движуха, короче, типа этот флешмоб такой. Да, и это мы тоже в прошлом видео говорили, но неважно. Вряд ли вы посмотрели предыдущее видео, если вы не наши родственники. Написано, надо